Спортивное состязание, праздничные гуляния, битва хоров и горячие блины. На улицах Тобольска совсем скоро развернется большой фестиваль «Тюменская весна» всей семьей. Будут работать палатки здоровья, полевые кухни и различные развлекательные площадки. Это очень важно, чтобы дети и родители всегда были вместе, чтобы у них было как можно больше точек соприкосновения, чтобы они как можно больше времени уделяли друг другу. Вот ради этого, чтобы они как можно больше времени уделяли друг другу, вот ради этого, собственно говоря, все и затевается. И проводится такой масштабный и яркий фестиваль. Это событие позволит весело и с пользой провести время. На всех точках фестиваля будут работать промоутеры викторины «Люби свой край» и предлагать жителям ответить на вопросы об истории региона. Победа в первом этапе позволит принять участие в супериграх. Среди главных подарков – машины, квартиры и бытовая техника. Организатор фестиваля – благотворительный фонд развития города Тюмени.